Thank you.
Ёлки-палки, я думал, ты чуть-чуть не усрался. Блин, себя увидел. Зачем так делать? Это же ужасно. А зачем вы у меня теперь гвозил сейчас? Сделаю, короче, я его транспортным. Вот. А, ну блин. Каким бы я его ни сделал, это все, конечно, интересно, но дело в том, что мне нужно допереть топляк на лесопилку. Поэтому вот этот отправляю в гараж. На пилорама, точнее. Вот, значит. Вот этот отправляю в гараж. Ну и на гараже я сделаю из него грузовичок. Такой, ну, он особо много тянуть не будет, но кое-как потянет. Нужен маршрут до гаража. Маршрут будет очень похож на тот, по которому я сюда прибыл. Такой же, только обратно. Я попробую срезать. Вон тот брод я пройти не смог. Значит, попробую вот здесь найти более мелководный брод. Хотя вот этот мелкий... А, нет, кажется, более мелким. Да, короче, вот до... До сюда примерно. Хорошо, вот до сюда попробуем допереть. Надеюсь, здесь никаких сложностей не возникнет. Поехали, гараж. Кстати, он тоже битый. Слегка.
Техничка здесь, в принципе, недалеко, так что если я утону, то вытащусь. Хотя... Налево или направо? Кажется, здесь... Там ведь пайку по центру. Колес помог. Свет чуть-чуть стоит. Отлично, еще одна тачка в гараже. Тем временем посмотрим, какой у меня есть транспорт. Так, это на лесопилке, но она без топлива. Ах, да, я же шел с тем, чтобы топливо... Это самое... Да, топливо. Мне топливо нужно доставить вот этой моделькой. В этой деревне остался. Из одного домика. Посмотрим, как мы можем пройти. Пройти мы можем очень сложным способом, так как уже шли здесь. Несколько раз такой подход использовался. Точнее, один раз использовал я этот подход. Сюда. Потом куда-то сюда, а дальше вот сюда, а потом новая, это самая новая дорожка. Так. Скажем, сюда. Ну, тут все по дороге, здесь несложно. Просто идем по дороге, да? На вид кажется простым задача. Простой. Так, 400 литров топлива нужно доставить. Собственно говоря, этим я буду сейчас заниматься. Поехали.
второй. Ой, нет, 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 нет. Еще раз положил его. Какая тишина. Как я так умудрился? Красота. Это я к чему? Просто лежу тут вот. Ну, это как-то так, да, понятно, да, что тут какая-то хрень произошла. Точнее, вот что произошло.
И что самое жуткое, я почему-то не могу прицепить. Да. Короче говоря, нужно техничку тащить сюда. А почему лебедку нельзя взять и зацепить прям лебедкой и так прям блам, и все было бы хорошо. И волки сыты, так сказать, и овцы целы. О, может перевернусь по принципу Олега Брейна. Мне не нравится. Не нравится тот факт, что нельзя зацепить лебедку. Видимо, нужна техничка. А техничка у меня осталась аж где-то вот тут. Я ей уже дергал эту точку. Значит, тут есть разведанный маршрут новый, и я полагаю, его можно применить таким способом. Значит, сейчас... Вот этот брод переходим. Потом мимо гаража. Потом вот здесь есть вот этот брод. Через него. Переплываем. Дальше. Вот до этой дороги. Дальше по самой дороге. Немножечко так прям недалеко. Сюда. Дальше вот тут порежем вот так маршрутик и дальше прямо вот к этой деревеньке из одного домика. Дальше, я полагаю, может быть сюда. И вот тут можно уже срезать. Тачка все-таки не слабенькая. Вот, дальше посмотрим. Ooh, 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 ooh.